Ивлев, здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузя, Муравин, Сол, Съем, Снег, Метель, Буран и долгая дорога в непонятные места, потому что я совершенно не помню, где находится баба, которой мы должны отдать слезы сосны. Поэтому нам, по идее, на юго-восток. Я знаю, что она не тут. Ну, я так зайду. Для красоты. Десети, да, я десети. Просто будем идти и заходить в каждый пещер, который нам попадется. За рекой ли она? Не за рекой ли? В мрачной пещере пусто. Йенты я помню. О боже, медведи. Так, где мое вообще все невидимое? Свидание. Вовремя я вот этого волка, кстати, не видела. Нифига вообще не видно. Вообще. Этот мужик здесь, псих несчастный. На алтарь трон-то здесь. Может быть, она где-то тут? Давайте чуть южнее возьмем, потому что я не помню. Аще! Ничего. Почему я не пометила? Вот почему? Что там в фьеле-то было? Что, не помню. Мы вроде там были, но там ничего нету. Или мы вперед просто не заходили там. Ну, может, я просто даже не помню, как выглядит самая пещера, в которой эта женщина тусует. То есть она тусует прямо на пороге, там у нее вот это, или все-таки подальше нужно по пещере пройти. Я не помню. Абсолютно. Так, давайте чуть вас западнее. Сейчас до конца посмотрим в ель. Чтоб наверняка. Я не думаю, что это эта пещера. Но вдруг... Да, вот это вот я все помню. Нет, не она. Но все равно посмотрим, что это такое. Потому что я уже не помню. Нифигашечки. Что тут-то было? Нам еще вход в Совангард искать где-то. Что это такое? А, господи, я не признала. Я думала, этот Драугар стоит на коленях, что-то там корячится, знаете, как будто бы что-то разрывает из земли. Ну, думаю, такой анимации здесь нет. Значит, что-то другое. И не сразу сообразила, что это просто обычный этот самый. Давайте чуть-чуть поправим здоровьюшку. 14 часов потребовалось на этом кошмар. Ладно, хоть посветлее стало. Так, давайте смотреть. Где-то вот тут, по идее. Либо за рекой, где-то вообще в далеких далях. Но мне кажется, прям сильно так далеко-то не должно быть. С другой стороны, когда кажется... Давайте, раз мы заняты поисками, давайте вот так. Вообще, по-хорошему, нужно еще обращать внимание на дорогу, которую я уже проложила. То есть вот по вот этим еще смотреть, по всем. Если я здесь ходила, значит, может быть, я куда-то и приду. Кто же знает. Ну, как бы по пути... Ну-ка, стой. Будем, естественно, открывать черненькое все. Черненькое. Так, здесь есть что-нибудь? Нет, это зала полумрака. О, жилище Калфины! Ох, какая прелесть! Мы, кстати, по-моему, когда с этим полумраком бегали, мы увидели жилище Калфины. А я думала о другом и не обратила внимания. Я не помню. Как хорошо, что здесь вот так вот все отмечено, а? Ой, какая при... Ой, хорошо. Я просто думала, вдруг там какая-нибудь пещера дурная будет, знаете, такая именная какая-нибудь. А вот поди и вспомни. Ой, как хорошо. Нет, все, надо задание выполнять сразу, как только получишь, потому что... А, да, я забрал, женщина, твой Вергильд.
Ты принес мне слезы сосны. Я у тебя в вечном долгу, Кузя. Я получила компенсацию за убийство моего мужа согласно нашим обычаям. Тебе всегда будут рады в моей семье и в моем доме. Отдыхай в моей постели, когда почувствуешь усталость. И, пожалуйста, возьми этот ключ. Он открывает сундук моего мужа. Он там, в углу. Все, что в нем есть, теперь твое. Спасибо. Помните, я в прошлый раз не стала? Вроде. Нет, стала. Я взломала. Но я возьму вот это. Потому что это мне пригодится. Пламенные стрелы. Ох, северные перчатки. Зачем они мне? Если только для коллекции. Они просто пушистенькие, они красивые, смотрите. Сейчас покажу. А, меня же не видно, я же невидимая. Так. Ой. С этой тряпкой не видно. Так, слушай, карта. Короче, вот такие вот они. Пушистенькие. Обычные. Я не буду у нее их забирать, пускай оставит себе. Мне не по размеру. Я лучше вот в этих. Спасибо вашему дому. Добро пожаловать, Хаджит. Прошу тебя, говори свободно. Да я пошел. Отдыхай, женщина. Удачи там. Найди мужа второго. Одно это как-то грустно. Так, хорошо. Минус один. Как удачно у нас все складывается. Теперь далее. А, невидимый сын. Отвергнутая женщина. Да-да, я не хочу, чтобы кровь людей, до которых мне нет дела, обогрела мои руки. О-о. Не, я не буду это здание. Почему оно не закончилось? Потому что я могу, в принципе, к ней вернуться. Я не хочу. Печальный пророк. А, точно же, это мне этого нужно исцелить. Я согласился помочь спасти Отфрид Белые Губы из кургана Колбьерн. О, слушайте, я же его видела где-то, этот Колбьерн. О, господи, а где же он? Так, я встретил печального мага и пророка по имени Гиллер Бармоч. Его семья недавно погибла при кораблекрушении, а теперь он еще его единственная спутница была похищена Драугром. Я согласилась помочь Гиллеру Бармочу спасти Отфрид Белые Губы из кургана Колберн, которого мы где-то видели. Но я совершенно забыла, что у нас с ним связано задание. В качестве вознаграждения он поговорит с Отфрид и откроет мое будущее. Он также снимет с Тормура серая волна проклятия вечного бодрствования. Курган Колберн находится к юго-востоку от жилища Гейлера. Отличная вообще, да? Около побережья Солстхейма. Где же оно было-то? Это не то. Я помню, вот где-то вот тут вот. Еще помните... Где-то вот он то ли тут был, я еще не знала. Здесь, на этом берегу или там. Курган Колберн. Я же его видела где-то, вот буквально недавно. Это не то. А мы здесь были, кстати? На побережье. Короче, нужно обойти прям вообще все побережье везде. Что опять где? Господи. Больно же. Пошел вон. Иди в туман. Так. Паника, паника такая. Колбьерн. Где ж ты ж был же что? Так, давай восточнее тогда. Я помню, я его видела буквально вот недавно. Ну вот где? При каких обстоятельствах? Это вопрос очень хороший. Блин. Колберн. Вот эти, кстати, пятна. Мне они всегда задачивали. Они иногда появляются, когда что-то переплющивает в игре. Я так понимаю. Ну-ка, пенёк, ты вызываешь? Нет. Подозрительный пенек. О, белый мишка.
Белые медведи, видите, пошли, потому что мы уже раскачаны, мы крутые. Химмелхост. Так, мы сейчас где? Угу. Так, хорошо. Сейчас давайте сделаем следующим образом. Вообще он не должен быть так далеко, этот Колмбьерн. Мне кажется. С другой стороны, мне много чего кажется. Но на истину это вообще не влияет. Это долго, конечно, будет. Наверное. Ну ладно, спокойно. По пути, может, что интересное случится, потому что... Вообще, кстати, я поняла, как тут надо работать. Хочешь найти что-то, включай оборотня, потому что он бегает быстрее. Сейчас, короче, будем искать. Охота начинается. Аф-аф. Ну что? Пусти меня, Трентрова. Ну чё, курган Колбьерн? Главное только не прийти в форт в таком состоянии случайно, так знаете. Так случайно совсем. Здесь одними прыжками можно перемещаться вообще. Здрасте. Дайте все открывать, короче. Пошла вон. Ты как за человек не засчитаешься мне, да, естественно? Давай третий раз. До свидания. Goodbye, goodbye, my love. Где же ж он же был же? Этот Колбьерн. Нужно обойти, потому что там форт сейчас будет. Не хочу неприятностей. Все-таки их там много, вояк-то этих. На побережье. Ну, как бы... Короче, давайте все-таки попробуем. Кто опять орет на меня? Вот это странная вещь, на самом деле. Вот периодически вот это происходит. Как будто бы кто-то меня видит, но такого же не может быть. Потому что как бы я могу видеть у меня на несколько футов. Так, давай. Слышь? Ты вообще что ли страх потеряла? Я тут король леса, ты чё? Падай. Ох, как хорошо вошло. Все. Так. Давайте севернее. Я понимаю, что это не побережье, я знаю, но мы обходим. Ну что, вон, видите, что происходит? Совсем рядом. До свидания. А у нас есть еще какое-нибудь задание? Может, мы сейчас мимо пробегать будем? Предательство в роще Брюдир. Я могу их как-то воскресить? А, там этот Совангард. Преступник Вьол. А, это Лариус. Слушайте, так... Проклятый капитан. Но это два в одном. Распродажа свитков. Это в Морнхолде. У нас по факту осталось только два задания, да, я так понимаю? Да, у нас осталось два задания. То есть найти вот этот вот курган, сдать задание, потом от того чувака, которому мы сдадим задание, получить добро, скажем так. Ты застряла, женщина, ты в курсе?
Короче, он тогда исцелит вот этого капитана, и все, мы его задание еще до кучи выполним. Свидание. И все. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Форт нам не нужен. Слушайте, меня подташнивает что-то от первого лица. Чумные волки водиться тут не должны. Пошли вон отсюда. Перезаряжаете мне все население местное. Так, ой, это что такое? Курган Стормфунд. Ау. Слушай, уйди в туман. Отсюда уже, господи. Чё тут интересного-то или это так? Ничего. Сундучки только. Мне так нравятся эти звуки. Ты-ды-ды. Ай, жаль не открыть. Посмотреть, что там. Ради любопытства там. А, ну можно пометить. Зайди. Все, потом зайдем. Может быть. Если это еще надо будет. Так, енты я. Ага. Тихо. Почему он не кушает? Нелогично же. Иди сюда. Так. Кто? Человеки? Не хочу на человеков нападать. По-моему, тут нет, волк. Слушай, идите, знаете, куда? Так. Все, можно брать. Западни. Эй, дерево! Уйди с моей дороги. Так, Колбьерн, Колбьерн. Был и мышка, бурый мышка. А, боже, где же я его видела-то? Где же он был? Он же был где-то, я же его видела, я прям помню. Или это было какое-то прям очень похожее название? Такое не исключено. Но мне кажется, мы его находили. Этот... Тормунд. Так, ты кто? Ой, хоть бы ты. Хоть бы ты был. Пожалуйста, Колбьерн, давай. О, какая прелесть. Не, значит, не находили. Значит, мне показалось. Не, нельзя туда в оборотня заходить. Если там эта баба, она же на меня нападет, если увидит. И тогда придется еще ее убить. А это не очень хорошо. Давай, отпускай Трантрава. Ты чуть-чуть. Так, хорошо, нашли. Все-таки показал. Значит, там был очень... Было очень похожее название. Ну, там что-то было такое, я помню. Я же говорю, когда кажется, что ты правильно помнишь, оно может быть совершенно не так. Даже когда ты почти уверен в этом. Так, я надеюсь, я не опоздала. Эй, белые губы. Пошли вон отсюда. Где женщина? Женщину отдайте. Эй. Отфрид, белые губы. Я нашел Отфрид, белые губы, но Гейлер забыл упомянуть, что она всего лишь череп. Но это не важно. Если я верну этот череп Гейлеру, он должен вознаградить меня. Ну ладно. Откуда ты знаешь, что он именно череп имел в виду? Может быть, здесь была женщина? На черепе же не написано «Отфрид, белые губы».
Так, теперь нужно вспомнить. Где этот чувак-то жил? Ту-ру-ту-ру. Спасти, леди. Не то. Где этот печальный пророк? А. Вспомнить была бы хищная Драугром. Так, вечное бодрствование. В качестве наказания ла-ла-ла. Так, подожди, назад. Если тебе посчастливится на пророк, может быть, ты сможешь. Его зовут Гиллер Барамыч, он живет в своем жилище где-то здесь, на Солтиме, сделай. Так, подожди. Ну где задание-то это? Так, Тормор не спал ни минуты. Тормор, это способ Тормор, если я сделаю... А где он был-то, этот чувачок? По-моему, он на северо-западе был. Если я правильно вообще хоть что-то помню. Потому что я даже не помню, где этот мужик жил. Оно нигде не отметилось вообще. Блин. Но я помню, вроде он где-то тут. Хотя... я могу ошибаться опять. Я много чего помню, но... не факт, что все, что я помню, оно... так и есть. Можно, конечно, кстати, вот по своим следам пройтись. Как следопыты пойдем, как Арагорный. Ты откуда тут взялась-то? Ее же вроде только что тут не было. Или мне показалось? Мне что-то все кажется, блин, кажется. Давай, падай. Все-таки как ни крути, несмотря на то, что это оружие выглядит очень круто, оно мне не очень нравится, если честно. Не знаю, ну как-то не мое. Так, вот, пойдемте по следам все-таки. Потихоньку. Точно рано или поздно. Давай, вы... дерись! Дерусь, дерусь! Вот этот вот звук, который они издают, он мне прям сознание щекочет. В плохом смысле этого выражения. Прям вот у меня аж на какие-то, знаете, видимо, точки сознание действует, что мне хочется убивать, когда я слышу вот это их. Это кто там? Не, не Флора, вот это мужик, это кто? Сприган. Сприган. Так, ну чё? Такая какая... А, чувак, точно, я помню тебя. О боже, я тут? Что это дело? Или я просто забыла, что ты тут стоишь? Если я смогу что-нибудь сделать... то обязательно помогу вам. А, Фалка. Фалка. Прошу извинить меня, Хаджит, но я здесь занимаюсь важными делами, у меня нет времени на пустые разговоры. Все официальные запросы должны адресовываться Карниусу Магиусу в форте Невы Бабочки. Карниус Магиус? Он местный фактор и отвечает за развитие Вороньей Скалы и добычу полезных ископаемых. Ты можешь найти его в форте. Ему выделили покой над имперским святилищем. Короче, вот с этим чуваком мы, насколько я помню, будем общаться, если бы мы были, ну, состояли в имперском легионе, нам бы здесь давали задание, по-моему, эбонитовую руду ему принести сюда, или еще что-то такое принести. И, в общем, они бы тут отстраивались, или что-то такое. Короче, какие-то такие, да, бытовые вопросы по расширению, если я правильно помню, если это именно он. Потому что был какой-то вот мужик, но я почему-то думала, что он стоит в другом месте. Возможно, он, кстати, там и стоит, и я просто их путаю. В общем, неважно. Так. Может, он тут? О, Блад сказал, что ты тут делаешь? Это что? Это... Нет, это кружочек, это не моё. Так, может, он тут? Кьёлвер.
А, кстати, это та самая. Может, ее грохнуть, Кьёльвер? Тот, который сказал, типа, иди убей мужа моего, точнее, не мужа моего, а любовницу мужа моего. Пойдемте ее грохнуть. Хотя нет, ее нафиг. А вдруг она потом убьет ее? Да и мужу она явно не нужна. Но, блин, мы же не убийцы. Ну, с поправками, конечно. Но так-то. Вот. Я ж чувствовал, что где-то в этой стороне что-то так теплилось такое в моей памяти. Блин, не попадаю за усталость вообще. Все, мы сейчас сможем выполнить это задание. После чего замечательнейшим образом. Так, иди-ка. Сходим на восток. Нет, тут. А хотя ладно. Надеюсь, этой тени достаточно. Да, вроде да. Вот это драка. Нет. Еще отвалилось так быстро. Дурацкое кольцо. А, или она. А, она, наверное, развеивание какое-нибудь применила. Нет? Иди сюда. Так, карта, уйди. Вообще уйди. Что-то как-то не очень получилось. Вот так вот надо было. Кольцо верни. Вот это убери. Где там было мега-мега? Кольцо мага нам не было или что-то другое? Кольцо. Вот как выбрать вообще? Я понимаю, что кольцо глаза ворона мне сейчас вообще не нужно, потому что мы сейчас не стреляем из лука. Кошачий глаз мне тоже как бы не сдался. Это в ночи хорошо, когда из лука будешь там по кому-нибудь стрелять. Кольцо мага, конечно, все замечательно, но эффект при использовании потом таскать нет смысла. Но у нас есть еще кольцо Айслипа, которое на самом деле самое оптимальное. Но все равно же. Пояс рубаки Сангвина. Откуда он у меня, господи? А че я его не ношу? Забываю, наверное. Я его носила, видимо, и забыла, что его нужно одевать обратно. А у меня есть еще что-нибудь такое, что я забыла? Мне вот немножечко выбешивает, что вот всякие магические финтифлюшки на каких-нибудь там кольцах и так далее мы можем использовать только если мы наденем этот предмет. А потом снимем, и как бы оно работать будет. Почему я не могу взять, скажем так, в руки использовать и как бы положить обратно, то есть не надевая? Да вот твоя Отфрид. Дорогую, милую Отфрид. Да вот она, господи. Авантюрист, ты вернулся. И ты нашел Отфрид. А, да, я знаю, Отфрид это череп. Она была черепом, когда я впервые нашел ее, но она все же разговаривает со мной. Я слышу ее голос в своей голове. Я бы сказал тебе правду с самого начала, но я не хотел, чтобы ты подумал, что я сошел с ума. Скажи мне, Кузя, ты хочешь, чтобы я открыл тебе будущее? Или, может быть, мне сначала снять Стормура проклятие вечного бодрствования? Давай будущее сперва. Авантюрист, череп Отфрид белые губы говорит со мной, рассказывает мне твое будущее. Она говорит, что ты многого добился здесь на Солстиме, и твое будущее не ясно. Но подожди, блин, я тоже могу быть пророком, слышь, чувак. Но подожди, она видит что-то еще. Что-то очень туманное, что-то, что может повлиять на всех. Когда дракон умирает, империя умирает. Где потерянная кровь дракона, прародителя империи? И из мрака пустоты, кто должен остановить, то крови. Я не знаю, что все это значит. Все очень неясно. Чувак, ты увидел мое будущее в Скайриме? Слушайте, вообще офигенно. Интересно. Вот просто интересно. Вот это будущее. Это такая была пасхалка на будущее всем игрокам серии ТЭС на Скайрим. То есть они уже тогда знали, про что будет будущее какая-то часть серии. Ну потому что, блин, дракон умирает, империя умирает. Офигеть! Слушайте, вот просто это такой вот. Вот чем хорош Моровинд? Здесь столько всяких интересных вещей, вот такого толка можно найти, столько вещей вообще. И это было так давно, казалось бы, да?
9 лет между играми было, то есть в 2000... Хотя нет, подожди, в каком там у нас Моровинд вышел? В 2002-2004? Я не помню, что это, по-моему... Не помню. В описании, короче, написано, а я не помню. В общем, если в 2002, то 9, соответственно, лет, потому что этот Skyrim вышел у нас в 2011, боже, как 4 года назад, офигеть, да? Почти 4 года назад. В ноябре, 11 ноября 11 года, я помню, 11-11-11, я помню. Вот это я помню вообще. Но блин, смотри, когда дракон умирает, империя умирает. Где потерянная кровь дракона про родителей империи? Офигеть вообще. Чувак, я люблю тебя. Ты вообще молодец, ты понял мне настроение. Офигенно, просто офигенно. Вот прям класс. Так, а теперь снимай, пожалуйста, вечное бодрствование. Так, чувак, смотри-ка, раз ты мне пророчил Skyrim, значит, мы пока что не изменили будущее настолько, чтобы этого не случилось. Соответственно, я еще могу вернуться домой. Значит, где-то там в будущем я все еще есть. Я не умру где-то в Моровинде 200 лет назад. И это радует. Чертовски радует. Так, а теперь снимай проклятие бодрствования. Я не думал, что тебе когда-либо захочется облегчить страдания Тормура «Серая волна», но ты оказал мне огромную услугу, вернув Отврит белые губы. В знак своей признательности я снимаю проклятие с Тормура. Гиллер делает несколько странных пасов руками и бормочет что-то неразборчивое. Все, проклятие с Тормура было снято. Теперь он может вернуться ко сну, которого я лишил его много месяцев тому назад. Я надеюсь, он найдет покой. Он будет спать, но даже я не могу прекратить кошмары, вызываемые чувством вины. Аллилуйя. Не, ну, чувак, про дракона ты прям вообще меня порадовал. Отвит многое рассказывает мне, много секретов. Слушай, а еще раз расскажем будущее? Ты можешь еще что-нибудь рассказать? Извини, интересно, но это все, что я вижу. Я предсказал тебе твое будущее. Что ты будешь делать с этой информацией, решать тебе. Ну, понятно. Жаль. Ну ладно, давайте хоть отдохнем, подождем. Часок. Отврит многое рассказывает мне. Много секретов. Ну блин, вот этот... Прям вообще. Чё-то я так порадовалась. Чё-то прям так хорошо стало на душе. Ай. Аллилуйя, мы дома. Сейчас поспим. Уберем и газуем на восток. У нас там был чувачок. О, как красиво. Закат. Закат — это хорошо. Так, где он там был? Он вроде как, я помню, стоял прямо напротив островка вот с этим вот курганом. Вроде. Сейчас будем проверять, чё. У нас получается это последнее задание, серьезно. То есть я больше не помню, чтобы у нас тут что-то было. Мы, конечно, сейчас посмотрим дневник еще раз поподробнее. Здесь еще есть, конечно, задание. И с Имперским Легионом. Здесь кучка заданий. И, может быть, еще несколько побочных, которые мы просто с вами не нашли. Но я их специально, ребят, искать не буду. То есть я, во-первых, оставлю... Ну, во-первых, это долго. Я не думаю, что вам будет интересно смотреть, как я тут просто топаю туда-сюда. Все-таки как-то, мне кажется, надо уже потихоньку продвигаться по заданиям, а не только заниматься, скажем так, всеми этими брожениями. И это такой, знаете, оставлю такой надел, задел, точнее, на будущее для тех, кто когда-нибудь решится, возможно, после этого прохождения, не знаю, или кто-то уже сейчас, кстати, начал проходить Моровинд, поиграть самостоятельно, то есть, чтобы у вас было что-то свое, то есть, что-то, что вы можете пройти вслепую, а не посмотреть. Это что за пещера, кстати, такая? Фроссель. Так, это что там, кто там? Где там этот мужичок-то? Я вот не помню, я его помечала или нет.
Он же с этой стороны стоит, да? На востоке же? Я помню, я вроде ходил. Ну что? Кто? О, господи. Ой, иди в туман. Все, до свидания. А может он севернее? Не, подожди, может он тут где-то? Я не помню, где он. Я помню, что вроде на востоке. Потому что я помню, как... Блин, отсюда, мол, сюда. Вот это я помню. Вроде. Ну, вроде что-то такое было. Да давай уже, господи. Так. Тру-ту-ту-ту. Ну ты идешь, нет. Так, я не могу стрелять. Давай. Что-то я давно из лука не стреляла, соскучилась. А почему я раньше по ним из лука не стреляла? Это что, классно, три стрелы и все, и нету их. Блин, а ну точно. Слушайте, а что если... Что если он где-то тут вообще? Чё-то я сейчас начала сомневаться в своих воспоминаниях. Я помню, он стоял на каких-то холмах, вот на вот этих вот всяких... Нет, слушайте, по-моему, я уже забрала сильно на юг. Что-то как-то... Что-то не то. Не-не, он не тут. Он там, где вообще много-много-много-много-много снега. Там надо... Иди нафиг. Он надо, наверное, куда-то сюда. Он, наверное, тут стоит. Ага, тут. Я уже начала, честно говоря, задумываться, то, что, возможно, он, ну, с этой стороны... Вот, блин, я же была совсем рядом. О, профукала вообще. Конкретно так. Пошла такая. А почему же я думала, что он на востоке-то стоит? С чем я спутала? Я просто... Я уже начала такая ходить, думаю, там, помню, снега были. Много из таких снегов. Метель была. А в этих краях-то как бы метели такой прям лютой нету. Уже начала... задуматься, что что-то не то. А почему же я это помню, как на востоке? Кто его знает? Может быть... Спокойно. Может быть, я путаю с этим, с пиратским кладом, который был в Скайриме, потому что он был на востоке. И он мне так в свое время въелся просто в голову, и это я точно помню. Потому что я там до него никак дойти не могла. По разным причинам. Знаете, вот неплохо бы в домик-то зайти, отдохнуть. Но что-то вот мертвый братец не вселяет в меня уверенности, что имеет смысл это делать. Потому что этого чувака я боюсь, он упоротый. Псих какой-то. Свинья. Ух ты, нифига себе, смотрите, что за мной бежит. Сейчас я всю армию просто соберу себе. Этих зверей. Не, по-моему, пора невидимость включать, потому что что-то как-то грустно все. Ау. До свидания. Теряйте меня. Все, потеряли. Такие стоят. О-о-о. А куда он делся? Ха. Что мне нравится, если это будет последнее задание, мы вернуться к лодке сможем очень-очень быстро, потому что божественное вмешательство перенесет нас к храму. В форте и не выбалбочки. Я тут что-нибудь открываю, походу, или здесь уже все открыто. Ну, конечно, не все, а вон сколько дыр.
Можно, кстати, чуть-чуть южнее взять. Ну так, найти для разнообразия, открыть. Надо, может быть, кстати, отдохнуть чуть-чуть. 9 часов. Да иди ты. Знаешь, куда? Как вот меня подбешивают, когда они вот так вот нападают. Я, конечно, понимаю, что я... Да ты меня не должен видеть, уйди в туман. Я понимаю, что как бы это неизбежно, потому что я отдыхаю как бы на улице. Под открытым небом, а тут животинка ходит всякая разная. Это все логично, но черт. Так, извиняюсь. В последнее время очень плохо спала. Голова вообще не работает. Это вход там куда-то? Да вход, пойдемте зайдем. Просто пока мы тут, пока мы совсем не ушли. Как? Сулвьорд. Там кто-то. Вражина какая-то. Ой, я помню этот. Да-да-да, я помню, здесь где-то взлетать нужно будет. Знаете, вот это вот сложно передать словами, на самом деле, те ощущения, которые ты чувствуешь, да, которые ты ощущаешь. Ощущения, которые ты ощущаешь. Каламбур. Когда вот включаешь старую какую-то игру и что-то еще помнишь, узнаешь какие-то локации, ты... Ну вот я имею в виду вот такую вот крупную какую-то игру, как Моровинд, которую ты там не прошел в свое время по тем или иным причинам. Ну я это уже говорила, я знаю, но все равно. Очень такие своеобразные ощущения. Такая, так, знаете, вот такая эмоциональная машина в прошлое. Спасибочки. Отдайте мне, пожалуйста, шею. Я хочу бухнуть немножко. Мне это нужно. О, да. А вот эта вот музыка. Так, стоп. Где-то тут. Или не тут мы взлетать будем. Я помню, просто очень похожая пещера есть. Там тоже лежало зелье левитейшена. И там нужно было взлетать, чтобы попасть в ее верхнюю, скажем так, часть. Мы уже были в какой-то такой похожей с левитейшеном необходимым, но это немножечко, по-моему, другое было. Ну, то есть та, про которую я сейчас говорю. Нафиг, 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 нафиг. Зачем я все это делаю? В туман. Не хочу с ним драться, их много. Они меня бьют. Так, там Сприган. Чё это? Ага. Так, Тормур, я иду, держись. Хотя чё, с него же уже все снято. Он же уже не страдает. Где же этот вход в Совангард? Камень Хунрора. Вообще, я помню, я выполняла это задание. То есть даже на той убитой пиратской версии, которая у меня была. Но я не помню, чем она закончится. Я не помню, как я его выполняла. Ну, естественно, никакой вход в Совангард вроде как его не будет. Его либо убить, этого чувака, надо, или что-то такое сделать. Ну, то, что это, во-первых, логично. Они доблестные воины попадают в Совангард только путем смерти. Так. Сейчас добежим, долетим. Почему же я думала, что он на востоке?
То есть я помню, что он стоит в снегах, что там метель, что там вообще все плохо. Но почему-то я вижу, как бы, и на карте вообще восток именно. Очень странно. Видимо, в голове совсем все перемешалось. Потому что еще накладываются старые воспоминания с Моровинда. Они мешают новым, потому что старые воспоминания им столько лет, и они перетасовались со страшной силой просто. Там такая каша в голове из этих воспоминаний. Все-таки какая необъятная игра. Я помню, из-за того, что мне опять же, и опять же я это говорила, но я повторюсь, из-за того, что большая часть заданий не работала, моя игра в Моровинд сводилась к тому, что я просто путешествовала по миру, исследовала его, и сколько бы я там его не исследовала, всегда какие-нибудь новые пещеры находились. И вот это вот особенное чувство, когда ты идешь уже такой измученный, уже вроде ты тут был. И врагов куча. Особенно, когда вот здесь вот ходишь, вот по вот этим вот местам. Вот здесь вот. Вот тут вот особенно. Там, вот здесь, кстати, несколько... Вот как бы вот в этой зоне несколько артефактов валяется. Мы, может быть, их потом поищем. А я помню даже вот как сейчас я зашла... Уже все вроде смотрю на карте, я уже начала заниматься тем, что открывала просто черные вот эти вот зоны на карте. Ну, просто чтобы посмотреть, а вдруг там что есть, вдруг я какую-то пещеру не увидела, там тролливали. И вот так вот один раз зашла в пещеру, огромная была, били там страшно. И хопа, блин, взяла и нашла копье какое-то там артефактное. Кузя, ты сделал это. Ты поговорила с Гейлером и заставила его снять свое проклятие. Я знаю это потому, что я еле стою на ногах. Я готов заснуть на ходу, мой друг. Ты слышишь меня? Заснуть. Мне нужно прилечь. Кузя, ты оказал мне огромную услугу. Я хотела бы отблагодарить тебя. Но не сейчас. Сначала я должен поспать. Встретимся в моей комнате в медовом зале Тирска, и я воздам тебе должное после того, как немного отдохну. Тирск. Ну ладно. Хорошо, что он меня дождался, на самом деле. Это свалил бы и все. Ну, Тирск так Тирск. Сейчас еще раз возврат. Мы сейчас тоже отдохнем, мы тоже устали. Зачем я поставила? А, кстати, 7 получилось. Забавно. Так. Мегаперчатки. Не знаю, взять их. Вообще, наверное, взять. Зачем их тут-то оставлять? Скоро вернемся домой. Вот эти штуки зачем мне нужны? Светящие ключи. Так, на память, что ли? Они вообще мне про докатуру напоминают. Они какие-то неправильные. Они слишком моровиндовские, они не соусхеймовские. Так, меня заразили, что ли, волки? Да. Проклятые волки. Где моя лечилка? Обычных недугов давай. Это обычный недуг? Это обычный недуг. Так, ох, красота. Это страшная сила. А что там с этим мужиком, который там про сына-то все причитал? Где он там живет? Я не помню. Мой сын, мой бедный сын. Пожалуйста, пожалуйста, помоги старику в его беде. Странненько. Я помню, что это задание должно работать. С другой стороны, может быть, я что-то сделала, знаете, убила там случайно кого-нибудь. Кто его знает? Вообще, конечно, наверное, на ночь глядя глупо идти в Тирск. Но с другой стороны, чё нет? Просто этот чувак, наверное, еще не выспался. Но мы его прям там подождем. Главное дойти. А в Тирске мне всегда рады. И были, и будут. Тем более, там есть комнатка. Те любовнички. А там кто со светом ходит? Реклинг со светом ходит? Да ладно.
что я, подожди. Ой. Граринг. Вот что-то знакомое все-таки с этим Грарингом, с ним тоже что-то там связано. Ну да ладно. Так, что-то с Тирском я немножко забрала не в ту сторону. Крабочка замечательная. Сейчас пойдем по льду, наплевать на правила безопасности. Мне вот, кстати, интересно, что же с этим Удуфруктом-то? С его логовом. Может быть, в какой-то час определенный. Давайте, кстати, сейчас туда зайдем, попробуем дождаться его, сутки подождем, может быть, двое. Потому что, как бы, хотелось бы... Я помню, я Удуфрукта убивала. Это было, конечно, в Обливине, но вот насчет Моровинда... И, кстати, я так была разочарована, потому что в Обливионе они вообще тупо сэкономили на этом Удуфрукте. Они его, по-моему, тупо сделали таким... А хотя нет, подожди. Или нет, где же... Слушай, нет! Не помню насчет Обливиона, сейчас уже что-то... Сейчас так задумалась. Ой, как громко. Нет, это, по-моему, было в этом... Как его звать-то, господи? В Скайриме. Точно. В Скайриме была самка Удуфрукта. Я еще офигевала. Я не помню, правда, это было в прохождении, или это я когда до прохождения, ну, на канале, который играла для себя, нашла ее. Я не помню. Ребят, напишите, кто смотрел за Кузю прохождение, напишите, пожалуйста, как бы, мы самку Удуфрукта, невидимую такую бабищу страшную, которая, по-моему, оказалась тупо троллем обычным, типа того. Или... Ну, короче, что-то там такое было. Это вообще где это? В Скайриме было? Это раз. И во-вторых, по-моему, да, потому что я помню, как я стояла на холме, на заснеженном смотрела вниз, и это точно был Скайрим. Напишите, это было все-таки за Кузю, или это было... Чё я пошла-то? Или это было там в моих похождениях, потому что я не помню вообще абсолютно. Я начинаю склоняться к мнению, что это было не за Кузю. Кто у меня будет? Что-то... Или это так быстро 24 часа прошло? Ну давай, Удуфрукт. Ничего не будет? Или это логово так, типа, знаете? Потому что, по идее, этот Удуфрукт... Он как бы умер же много лет назад. С другой стороны, вроде говорили, что его загнали под озеро и там где-то запечатали. Ну и, собственно, что-то я не наблюдаю под озером его, зато я наблюдаю вот эту пещеру, которой, кстати, тут не было до этого, пока огонь не разгорелся на моей памяти. Ну, огонь, который на озере. Он вообще все эти растопил. Все пещеры, которые были заледенелыми, он все растопил. Так, ну ладно, он там сутки уже должен спать, поэтому сейчас-то мы точно можем вломиться и сказать: чувак, как ты там меня хотел поблагодарить? Поподробнее, пожалуйста. Мне нравится Тирск, здесь вообще уютно, да, до ужаса было. What the fuck, что произошло? Ульфрун, эй! Вот, чего? Что случилось? Что случилось? Что-нибудь нужно? Он... А, Удуфрукт. Вот. Ах ты ж боже. Он пришел в медовый зал и убил. Убил всех, кого смог. Это было так неожиданно. Мой клан мужественно сражался, но силы были неравные. Я осыпала этого зверя стрелами, и, наконец, мне удалось прогнать его. Но он вернется. Все произошло так быстро. Мы стояли вот здесь, наслаждались нашим медом и теплом очага, и вдруг он напал. Никогда не видела столь яростного создания. Мне даже показалось, что этот монстр был Удуфруктом. Удуфруктом. Но как это может быть? Удуфрукт?
Удрульфрукт — это безжалостный монстр, питающийся человеческой плотью. Согласно легенде, он был заперт в своем логове многие века. Вход в нее находится на берегу озера Фьялдинг, но он закрыт льдом. Как же он смог выбраться? И почему сейчас? Подожди, этот странный огонь на озере. Ты, должно быть, видел его. Я не знаю, какая магия вызвала это адское пламя, но оно, должно быть, растопило лед. Если это так, Удурфрукт теперь опять может ходить по земле. Авантюрист, этот зверь должен быть остановлен. Тебе хорошо известно, что такое бой, авантюрист. Я вижу по твоим глазам. У тебя достаточно сил, чтобы убить этого зверя? У тебя достанет мужества на это? Скьёлдр... Господи, уж какой... Скьёлдр Волчий Бег был последним вождем Тирска. Он вступил во владение этим залом, когда убил Гриса Желтого и поместил его череп на пьедестал. Но теперь Скьёлдр... Господи... Мертв, и у Тирска нет вождя. Если ты сможешь убить Удурфрукта и взять часть его тела в качестве боевого трофея, возможно, ты будешь признанным достойным править Тирском. Что скажешь, убьешь Удурфрукта? Да убью, конечно. Чего, куда я денусь-то? Это судьба моя, убивать монстров, которых не могут убить остальные. А если хочешь, чтобы я стал вождем, то чего нет-то? Я не откажусь, Тирск мне всегда был как родной. Твои слова вселяют в меня надежду, что мои павшие товарищи будут отомщены. Удурфрукт устроил себе логово в ледяных пещерах, находящихся под Тирском. Вход в них находится на берегах озера Фьялдинг. Это к западу отсюда. Я уверена, что ты найдешь эту тварь там, зализывающим свои раны. Если тебе удастся убить Удурфрукта, обязательно возьми часть его тела в качестве трофея. Принеси этот трофей мне, и я назову тебя вождем Тирска. Таковы наши традиции. А теперь иди и хорошей охоты. Ну супер. Блин, расфигачили мне Тирск вообще, сволочи. Точнее, одна сволочь. Чувачки. А, это этот мерзкий, который взорвался. А этот наверху? Я надеюсь, он выжил? Эй, чуваки, писатели. Вы живы? Ой, хорошо-то как. Привет, Тормор, ты живой? Кузя, у меня было время отдохнуть. Да, я вижу. И теперь я готов вручить тебе вознаграждение. Так как я был капитаном, я знаю много тайных мест, одно из которых — древний курган Килденхул. По-моему, что-то такое находили. Он находится на небольшом... Да, острове. А, он ключ нам дал, да? Да, мы его открыли, уже обворовали давно. Ха, чувак, ты понимаешь? Ну ладно. Он находится на небольшом острове у северо-восточного побережья Солсхима. Этот курган наполнен сокровищами. Я хочу, чтобы ты забрал их все. Вот, возьми этот ключ. Дверь туда крепко заперта. О, давай я отмечу его на твоей карте. А теперь я должен вернуться ко сну. Спасибо тебе еще раз. Ну, мы там уже были, благодаря нашим мега-воровским навыкам. Так, ну все, теперь осталось зашатать еще Удурфрукта. И вообще просто прекрасно будет. Мы станем вождями и с гордостью уплывем с этого острова. Кстати, масочка, напоминающая морду Херсина. Все погибли, да как вообще? Хотя, по-моему, возможно, с Тирском будет после смерти Удурфрукта еще что-то связано. Возможно, мы будем как-то восстанавливать Тирск и... У меня есть на этот счет одна мысль, но я пока не буду ее озвучивать. Так, ну чё? Где? Как я не люблю, когда вот это происходит. Так, я то одела. Да. Так, кольца нам не все нужны, да. Ну чё? А, я вспомнила. Короче, в Обливионе был не Удурфрукт, там был просто, помните, квест с картиной? Вон там. Квест с картиной, и я думала, что монстр в этой картине... Что там шевелится? Будет каким-то... Ох, японский бог. Привет. Будет каким-то особенным, а он оказался обычным троллем. Слушайте, какой жуткий. Офигеть, посмотри на него. Ау! Стоять, не двигаться. Вон, в нем стрелы, смотрите, бабские эти.
Какой офигенный! Нет, я его не убивала, я не выполняла этот квест. А чё ж я думала, что выполняла? Чё в тебе есть? Оторванная... О, блин, ну зачем? Норлинга, господи. Не знаю, возьму её на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг это чья-то нога. Короче, точно-точно, у Дурфрукта, значит, был... Самка, точнее, у Дурфрукта была в этом... В Скайриме. Только, опять же, я не помню, она была в прохождении за Кузью или нет. Напишите, еще раз напоминаю, кто забыл, напишите, за Кузью это было или нет. Потому что я не помню, это было так давно и так неправда. Ну-ка, что там написал? Я убил Удорфрукта. Я должен взять часть этого зверя в качестве боевого трофея и принести его Свенье и Снежная Песня в Тирск. Свенье. Свинья! Я должен... Всегда убивала это имя, вот это скандинавское Свен. Свен. О! О! Чё всё запечатано-то? Алло? Извиняю, интерес, но никто не войдет в медовый зал, пока... Ты держишь сердце у Дурфрукта? Как это может быть? Ты убил этого дьявольского зверя? Боже мой, воистину ты воин, достойный, чтобы о тебе слагали саги. Да, это сердце мне. Я подготовлю медовый зал, и когда все обломки, оставшиеся от битвы, будут убраны, сердце у Дурфрукта будет помещено на пьедестал Тирска. Но есть еще одно дело, которое ты должен завершить, прежде чем тебя назовут вождем. Ну, какое? Ты должен отправиться в горы и найти курган Хротмунда Красного, первого вождя Тирска. Вождем медового зала может стать только тот, кто получил одобрение духа Хротмунда. А, то, помните, там волк был. Там волк ходил, и нас спрашивали имя. Я знаю, что там. Я помню, я там была. Внутри этого кургана находится топор Хротмунда. Возложи руки на это оружие и провозгласи свое намерение править Тирском. Если ты будешь признан достойным, Хротмунд дарует тебе благословение. А теперь иди. Найди курган Хротмунда в глазу волка. А пока ты будешь отсутствовать, я займусь ремонтом медового зала. А там нужно имя какое-то. Тирск закрыт, и у нас нет вождя. Настали печальные времена. Да нифига, ненадолго. Я должен отправиться на запад города, мою стрингу, найти скрытый курган первого вождя. Будучи там, я должен возложить руки. Да блин, а я туда не смогу войти, там же спрашивают имя. Войти в медовый зал. Медовый зал Тирска закрыт на ремонт. В своей ярости Удорфрукт причинил такие большие разрушения строителей, точка. Строители, которых я наняла, впрочем, усердно трудятся, и скоро здесь опять будет течь мед. Но, конечно же, Тирску все еще нужен новый вождь. Еще одно дело. Да-да-да, должен... Да подожди ты. Маленький секрет. Имя волка, убившего Хротмунда, он Джак. Вот что мне нужно было. Тебе нужно произнести его имя, чтобы войти... А ты не могла мне это сказать в задании? А вдруг я сейчас развернулась бы и ушла? Вот так странно, да? Хротмунда, скажешь любой другой, и ты никогда не сможешь войти в него. Да-да-да, именно поэтому я ушла оттуда. Он Джак. Свежий сплетник. Слухи? Ты что, с ума сошел? Сейчас нет времени на такую чушь. Да ладно тебе, господи, я же пытаюсь разрядить обстановку. Так, запад, Хротмунд. Я же говорю, еще будет задание какое-то. Но это я проинтуичила, я ошиблась, кстати. Я попутала, походу. Я вообще что-то вообще все путаю, когда что-то мне кажется, что я что-то помню. Знаете что, давайте остановимся. Потому что я не знаю, сколько эта серия идет, чувство времени абсолютно потеряно. В следующей серии дойдем до Хротмунда, выполним задание, вернемся, и уже, может быть, это будет нашим завершением приключений на Солсхейме. Посмотрим. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Мы эпично завалили Удорфрукты, и это очень классно, потому что зверь жуткий, реально. Но, господи, мы крутые, мы молодцы, и, в общем-то, в следующей серии мы еще и вождями станем Тирска, поэтому... Все ништяк. Жалко только, что наше имя не сохранилось, судя по всему, в хрониках Тирска, потому что нас не признали. С другой стороны, может быть, меня занесли в хроники Тирска как Бладскала, и никто не написал, что Бладскал это Каджит по имени Хузи. Каджит по имени Хузи! Каджит по имени Хузи. Ужас, как. Хаджит по имени Кузи. Ах!
Опечатки по Фрейду я это называю. Ну, оговорки, конечно. Но неважно. В общем, если эта серия вам понравилась, обязательно ставьте пальцы вверх. Не забывайте писать в комментариях к данной серии, был ли у нас самк у Дурфруктов в Скайриме в прохождении или нет. В первом прохождении, я имею в виду. Вот. И, в общем-то, увидимся с вами в следующей серии. С вами была Севен Хузя. Всем удачи и пока-пока.